Приветствую вас. Если вы хотите погадать еще, то вам нужно все-таки обратиться к гадалкам. Возможно, не через маму, да, а самому, но обратиться именно к гадалкам. Вам нужно. Вот, потому что ваш вопрос можно интерпретировать так, что вы хотите погадать. Вот психологи не гадают, психологи этим не занимаются. С точки зрения психологии, то, что вы попали в места лишения свободы, ни в коем случае не является случайностью. Вот. То, что вы попали в места лишения свободы, это является следствием ваших действий. В той или иной степени свободных, в той или иной степени субъектных, наверное, лучше будет сказать так. Вот. Но ваших действий. То есть это действие непосредственно ваше. Почему так произошло, как так произошло, это уже на самом деле детали, это именно что детали, вот. Как так случилось и почему? Вот. Это детали, важно понять, да, что это произошло, потому что вы приложили к этому свою руку. Вы приложили к этому какие-то вот определенные усилия. Вот. И соответственно, получилось так, как получилось. Важно понять, какие действия вы совершили. Важно понять, что вы делали. Ведь вы же, ведь вас же отправили на, ну, на зону, да? Не просто так. Вас же отправили на зону, потому что то есть у этого были свои причины какие-то. Ну так вот, и давайте подумаем, что это были за причины. Вместе. Какие действия вы совершили? Понимаете? И возьмите на себя ответственность за эти действия. То есть скажите, что вот я сделал вот то-то, я совершил вот такие-то действия, я там сделал то-то, да, вот. И все. И случилось это именно вот так, ну, именно так, именно потому, что. Вот и все. Чем больше мистики у вас в мышлении, чем больше мистики у вас в действиях, в представлениях, да, тем больше мистики, тем больше проблем. По сути.
по факту. Вот и все. И чем больше перекладывание ответственности с себя, да, на, соответственно, других. На гадалку, на предсказания какие-то, вот, и так далее. Понимаете? Понимаете, какая история? Вот и все. И все. Конечно, вопрос заключается в том, чего вы сами хотите. Да, то есть, если вы хотите видеть в этом что-то такое вот прямо серьезное, да, если вы хотите видеть в этом что-то для себя вот такое, если вы хотите в этом видеть мистику, да, что-то мистическое, то это одно дело. Если вы действительно хотите стать хозяином своей жизни и контролировать все, что с вами происходит, контролировать свои действия, то, соответственно, это совсем другая история. Если вы хотите выбивать клин клином, да, то это вот такой аспект, как бы. Смотрите сами. Смотрите сами, как бы подумайте сами, что нужно, чего хочется вообще. Понятно? Вот. С точки зрения психологии вы следуете определенному жизненному сценарию. Вот, с точки зрения психологии. С точки зрения психологии вы следуете определенной позиции. С точки зрения психологии вы следуете определенным паттернам поведения, которые и приводят вас, по сути, вот к тому, да, с чем вы сталкиваетесь. И вопрос заключается в том, реально вот вопрос заключается в том, что вы готовы делать. Вот в этом и, как бы, исходя из этого уже и нужно думать. Исходя из этого уже и нужно что-то предпринимать. Вот. Понимаете? Какая история. Понимаете, как обстоят дела, да? Вот. Это. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ, если захотите разобраться в себе и с тем, как вы попали в такую ситуацию, то пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.